Господь всемогущий царствует. Аллилуйя! Аллилуйя! Ибо Господь всемогущий царствует. Аллилуйя! Свят! Свят! Господь Бог всемогущий. Достоин огня Божия. Достоин огня Божия. Ты свят. Ты свят. Господь Бог всемогущий. Достоин огня Божия. Достоин огня Божия. Свят, свят, Господь Бог всемогущий. Достоин огня Божия. Достоин огня Божия. Поднимите руки к Богу Всемогущему, благословите Его имя, воздайте Ему славу, честь, восхищение, благословите Его святое имя. Поклоняйтесь Царю Царей, поклоняйтесь Господу Господствующих. Let's bless the name of the Lord. Давайте благословлять имя Господне. Give him glory, give him honor. Воздавайте Ему славу и честь. Bless his holy name. Благословляйте Его святое имя. Thank you, Father. Спасибо Тебе, Отец. Oh, we bless your name, Lord. Мы благословляем Твое имя, Господь. Мы воздаем Тебе славу, воздаем Тебе честь. Спасибо Тебе, Бог всемогущий. Спасибо Тебе, Иисус. В могущественное имя Иисуса мы поклоняемся Тебе. Возвысьте голоса и скажите: Отец, мы собрались сегодня единодушно вместе. Пожалуйста, излей на нас свой дождь. Пусть и зальется поздний дождь. Мы все здесь единодушны сегодня. Излей свой дождь на нас. Излей свой дождь на нас. Пусть и зальется твой дождь. Пусть и зальется поздний дождь. Пусть и зальется поздний дождь. Пусть и зальется поздний дождь. Спасибо Тебе, Отец.
В могущественное имя Иисуса мы молились. Я знаю, что мой Искупитель жив. Я знаю, что мой Искупитель жив. Я знаю, что мой Искупитель жив. Он жив во веки веков. Я знаю, мой Искупитель жив. Я знаю, мой Искупитель жив. Я знаю, мой Искупитель жив. Он жив во веки веков. Я знаю, мой Искупитель жив. Я знаю, мой Искупитель жив. Я знаю, мой Искупитель жив. Он жив во веки веков. Я знаю, мой Искупитель жив. Я знаю, мой Искупитель жив. Знаю, мой Искупитель жив. Он жив во веки веков. Всемогущий Бог, Царь царей и Господь Господ, правитель всех народов, владелец всей земли и всего, что ее наполняет. Ты Бог Швеции. Мы благословляем Твое имя. Прими наше поклонение во имя Иисуса. Сегодня мы собраны во имя Твое. Пусть сойдет Твой дождь. Пошли на нас поздний дождь. Спасай сегодня души. Исцеляй сегодня людей. Отпускай пленников на свободу. Отвечай на молитвы Твоим огнем. И, Отец, исцели этот народ. Пусть пробуждение в Европе начнется с этого вечера. Пусть каждый из нас уйдет с этого места с новой песней на устах. Спасибо Тебе, Всемогущий Бог. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Воскликните кто-нибудь «Аллилуйя!» Повернитесь к одному или к двум соседям и скажите, друг мой, я люблю тебя, но сегодня в моей жизни произойдет чудо больше, чем в твоей. Я люблю тебя, мой друг, но мое чудо будет больше, чем твое. Если вы верите в это, воскликните «Аллилуйя!». И теперь, пожалуйста, садитесь. Хочу задать один быстрый вопрос, прежде чем мы двинемся вперед. Нет, прежде всего, позвольте поблагодарить вас всех за теплый прием, который вы нам оказали. Спасибо за ваше гостеприимство. Бог благословит вас. И в следующий раз вы сможете совершить еще большее. Кто из вас пришел на фестиваль жизни впервые? Да, практически все. Это хорошо.
Мне очень понравилось, как сказал пастор, который выступал передо мной. Когда мы начали 20 лет назад в Лондоне, народа было меньше, чем в сегодняшней аудитории. Но я вместе с ним верю, что менее чем через 20 лет не будет во всей стране такого помещения, которое могло бы вместить всех желающих, когда мы снова соберемся на фестиваль жизни. Поскольку большинство из вас пришли сюда впервые, позвольте объяснить вам несколько вещей, чтобы мы весь вечер были в единстве. Первое, на что хочу обратить внимание, когда Бог говорит к толпе, какой бы большой ни была эта толпа, Он всегда обращается к каждому человеку индивидуально. Например, в книге Откровения 3:20 Иисус говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто слышит голос мой...» Он говорил к большому собранию, но все же подчеркивал: «Если кто-то один услышит голос мой». Поэтому по мере нашего служения сегодня, если вы услышите такую фразу из моих уст: «Есть ли здесь хоть кто-то?» Может быть, это слово обращено к сотне людей. Не думайте, что я ошибся. Именно так и говорит Бог. Например, здесь есть такой человек, который больше никогда не будет плакать. Тот, кто никогда больше не будет плакать. Кто же этот человек? Вы поняли мою мысль. Вторую мысль, возможно, вам, жителям Европы, будет сложновато понять. Дух Святой движется, как река. Мы, люди, рожденные в деревнях, когда нам была нужна вода, мы шли на реку, чтобы зачерпнуть воды. Подходишь к реке, зачерпываешь ведром воду и несешь домой. Когда приходила моя очередь зачерпнуть воды из реки, но я замешкался, река не будет ждать меня или тебя, она будет течь дальше. Если на сегодняшнем служении вы задремаете, задумаетесь о курице, которую оставили дома, а Бог упомянет вашу ситуацию, and you hear the fellow sitting next to you saying amen. Вы услышите, что ваш сосед сказал аминь. And then you woke up and say, what did he say? Вы проснетесь и скажете: что он там сказал? By then it will be too late. Но вы уже опоздаете. So tell your neighbor, be attentive. Поэтому скажите соседу: будь сегодня внимателен. The third thing I need to explain. И третья мысль, которую я хочу вам объяснить, is that in some restaurants, and I'm sure they will be in Stockholm here. Есть такие рестораны, я уверен, что и в вашей стране они есть, где можно заплатить фиксированную стоимость и съедать все, что в тебя поместится.
Ты платишь на входе, тебе сервируют большой шведский стол. Там разные виды мяса, салаты, овощи. Каждый человек платит одинаковую входную стоимость. И ты свободен съесть все, что в тебя поместится. Но некоторые люди приходят в такой ресторан, берут один кусочек курочки, одну ложечку риса. Я всегда смотрю на них и думаю, что эти люди здесь делают? Потому что когда я хожу в такой ресторан, когда я готов уходить, все увидели, что к ним приходил голодный гость. Я вижу, что я не один такой. И вот почему я вам об этом рассказываю. Господь приготовил для вас трапезу сегодня. Он накрыл для вас стол, на котором есть и спасение, и исцеление, есть освобождение, есть плод чрева, есть продвижение, есть радость. Сколько из этого вы хотите получить? Вот вы наконец-таки меня понимаете. И последняя мысль. Читая Библию, вы заметите, практически каждый человек, который получил чудо от Бога, он принял его по вере. Иисус спрашивал, веришь ли ты, что я могу сделать это? И если человек отвечал, я верю, то Иисус говорил, да будет тебе по вере твоей. Или он говорил, вера твоя спасла тебя. Хочу заверить вас, Бог присутствует здесь сегодня. И по милости Божией я приготовил себя, чтобы быть инструментом в его руках. Вопрос заключается вот в чем. Когда вы хотите получить свое чудо? Хорошо, давайте воскликнем громко «Аллилуйя». Теперь мы готовы. Книга Иоэля 2. Буду читать с 21 по 29 стих. Иоэль 2, 21-29. It says, "Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things." I'm waiting for you want me to go ahead? Okay. "Be not afraid, ye beasts of the field, for the pastures of the wilderness do spring, for the tree beareth her fruit, the fig tree and the vine do yield their strength. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. And the floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine and oil. And I will restore to you the years that the locust has eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmerworm, my great army which I sent among you. And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that has dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and honest, and my people shall never be ashamed. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh,
And your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. Frukta inte, nu läser vi svenska översättningarna. Итак, Иоил 2:21-29. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся умно хлебом, и переполнятся подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после этого, и слию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и на рабов и на рабынь те дни излию от духа моего. I'm sure you agree with me that an opportunity like this does not come every day. Я уверен, что вы понимаете, что подобная возможность не случается каждый день. And as much as I love you in Sweden, при всей моей любви к вам, шведам, it will take a miracle of God for me to come back in 2-3 years. Вряд ли я смогу посетить вас снова ранее, чем через 2-3 года. Я бы хотел прийти. But I have an assignment in 186 nations of the world. Но у меня уже запланированы служения в 86 странах Земли. It will take a miracle. Поэтому понадобится сверхъестественное Божье чудо, чтобы я вернулся к вам ранее, чем через 3 года. Но у нас есть сегодняшний вечер. Поэтому я хочу попросить вас. So from time to time, время от времени я буду просить вас встать на ноги. I want you to pray with all your heart. И помолиться от всего сердца. Because God will answer you tonight. И Бог будет отвечать вам сегодня. Now we are to talk about the latter rain. Итак, сегодня мы поговорим о позднем дожде. Rain is a symbol of blessing. Дождь — это символ благословений. You have heard us talk about showers of blessing. Мы говорили о дождях благословений. И на основании местописания, которое мы только что прочитали, мы видим, что Господь обещал излить ранний дождь и поздний дождь. Обещал, что настанет изобилие, что народ его будет есть до сытости, будет иметь больше, чем достаточно. Другими словами, мы видим, что дождь — это символ благословений. А поздний дождь, в частности, это символ успеха, избытка, victory, победы, и так далее. But we are going to take just one individual. Мы рассмотрим пример одного человека из Ветхого Завета,
who represents the lottery, который своей личностью символизирует Елисея. Elijah represents the former rain. Илия олицетворял ранний дождь, а Елисей символизирует поздний дождь. Поэтому, изучая жизнь Елисея, вы можете обнаружить, что дарует вам поздний дождь. 3 года я изучал судьбу Илии. But then when I discovered that Elisha was far, far superior. Но однажды я понял, что Елисей гораздо выше. I started studying Elisha. Или стал изучать жизнь Елисея. And so the first thing to expect from the lottery. Итак, первое, чего мы можем ожидать от позднего дождя. It can destroy curses. Так это то, что он способен разрушить проклятие. В 4 книге Царств, 2 главе, стихах с 19 по 22, 4 Царств 2, 19-22. Immediately after the latter rain fell. Сразу после излияния позднего дождя, самое первое, что сделал Елисей, он разрушил проклятие над городом Иерихоном. Он пришел в Иерихон, старейшины города подошли к нему и сказали: «Господин, наш город прекрасен, но у нас так много проблем. Мог бы ты, пожалуйста, помочь нам?» Город Иерихон был проклят во дни Иисуса Навина. В книге Иисуса Навина, 6 главе, 25 стихе. Иисуса Навина 6:25. Записано, как сам Иисус произнес проклятие над городом Иерихоном. И с этого момента проклятие начало свое действие. Проклятие — это ужасная вещь. Оно символизирует нехватку всего. It is symbolic of famine, голод. It is symbolic of death, оно символизирует смерть. It is symbolic of defeat, и поражение. Nederlag. A curse is a horrible thing. Проклятие — это ужасная вещь. In Numbers chapter 22. В книге Чисел, 22 главе, с 1 по 6 стих. Числа 22, 1, 6. Числа 22, 1, 6. Описывается история о том, как один царь обратился к пророку и попросил проклясть народ израильский. He said, "Because I know if you curse them, он говорит, я знаю, если ты проклянешь их, они станут слабыми, и я смогу поразить этот народ." And I can go on and on, giving you one example after the other. Я могу вам много примеров давать один за другим. I can give you the example of a husband that cursed the wife. Могу рассказать вам пример о том, как муж проклял свою жену. И во время следующей беременности она умерла в родах. Так много людей сегодня сражаются. Они усердно работают, но результатов очень мало. И дело в том, что над их семьей лежит проклятие. Некоторые люди болеют. Обращаясь к врачу, они проходят все возможные анализы.
Но врачи не могут найти причину болезни. Но болезнь их угнетает. As a result of a curse. И это тоже результат проклятия. There are some people in a particular kind of family. Я знаком с одной семьей. They find that the sickness that killed the grandfather. Они узнали, что дед умер от одной болезни. It's also the one that killed the father. Отец умер от той же болезни. And may now be walking on the son. И теперь ею болеет сын. Because when you listen to what Elisha said to a certain young man called Gehazi. Помните, что Елисей сказал Гиези? When he said, "The leprosy of Naaman shall cleave on you." Пусть найдет на тебя проказа Неймана. And on your seed forever. И на семя твое вовек. He was saying that everybody in the lineage of Gehazi. Он говорил, что все потомки Гиези тоже будут болеть проказой. So when you hear the doctors talk of genetic problems. Поэтому когда вы слышите такое понятие как генетические болезни или проблемы. They are putting a scientific picture to something that the Bible calls a curse. На самом деле это научное определение библейского слова проклятие. I'm believing God for everyone here tonight. И я верю, что в жизни каждого из присутствующих здесь сегодня. Первое, что поздний дождь сделает, он разрушит проклятие в вашей семье. Я приведу вам один пример. К нам пришла одна девушка, сказала, пожалуйста, помолитесь за меня. У меня есть большая проблема. Ей было 33 года, и она до сих пор писалась в постель. 33 года. It was a big embarrassment. Она страдала от огромного стыда. Oh, so I said, that's no problem. Я сказал, ну не проблема. I will pray God will give you a brand new bladder. Я помолюсь, и Господь даст тебе абсолютно новый мочевой пузырь. I'm sure God understands. Я уверен, Господь понимает. But as I was about to pray for her, но прежде чем я начал молиться за нее, pray, она сказала, «Господин, прежде чем начнете молиться, я хочу сказать вам, что моя мама страдала от этой проблемы. Моя бабушка страдала от этой же проблемы. И мои дочери имеют ту же самую проблему». Then I knew immediately this is not physical, this is a curse. Я сразу понял, это не физическая проблема, это проклятие. I interviewed her. Я еще поговорил с этой девушкой. And I discovered. Я обнаружил. The grandmother had a misunderstanding with someone. Однажды ее бабушка с кем-то поссорилась. Who pronounced a curse on her? И этот человек произнес проклятие на нее. From now on, every girl in the family will bed wet. И сказал: с этого момента все женщины в твоей семье будут просыпаться в мокрой постели. We prayed a simple prayer. И мы помолились очень простой молитвой. We canceled the curse. Мы отменили это проклятие. The following morning. На следующее утро она пришла к нам и сказала, впервые за 33 года я проснулась в сухой постели. Я попрошу вас встать и возвысить голоса к Богу Всемогущему. Скажите ему, Отец, если есть в моей жизни какое-то проклятие, которая мешает мне. Разрушь его сегодня. Поговорите с Богом Всемогущим. If there is any curse whatsoever, если есть хоть какое-то проклятие в моей жизни, disturbing my life, которое мне мешает, destroy it tonight.
Разрушь его сегодня. Если есть какое-то проклятие в моей семье, которое нам мешает, он Бог всемогущий. Разрушь его сегодня. Разрушь его сегодня. Разрушь его сегодня. Any curse whatsoever. Любое проклятие from my father's side, со стороны моего отца, from my mother's side, со стороны матери, that is disturbing my life, которая мешает моей жизни, Father, destroy it tonight. Отец, разрушь его сегодня. Destroy it tonight. Разрушь его сегодня. Father, destroy it tonight. Отец, разрушь его сегодня. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. In Jesus' mighty name we have prayed. Мы молились во имя Иисуса Христа. So shall it be in Jesus' name. И да будет так во имя Иисуса. Please be seated. Пожалуйста, садитесь. Second thing we can learn. Второе, чему мы можем научиться из жизни Елисея. Что еще происходит, когда сходит поздний дождь? Мы найдем это описание в 4 книге Царств, 2 глава, стихи 23-24. 4 Царство, 23-24. Итак, Библия говорит, когда Елисей уходил из этого города, вышли дети и начали над ним насмехаться. Говорили: «Уходи отсюда, плешивый!» Он оглянулся и запретил им. И вдруг, неизвестно откуда, вышли две медведицы и наказали насмешников. Вы знаете, что мир относится к вам на основании ваших неудач. Вартимея называли слепой Вартимей. Хотя он уже обрел зрение 2000 лет назад. Люди любят называть людей по имени их проблемы. Знаешь того брата, который хромает? Или вот помнишь та сестра, которая до сих пор не замужем? Вот так люди хотят описывать вас. Но хорошая новость заключается вот в чем. Поздний дождь заграждает уста твоим насмешникам. В 5 главе 4 книги Царств, с 1 по 14 стих. 4 Царств, 5, 1-14. Библия рассказывает нам историю Неймана. У него все в жизни было прекрасно, кроме одной проблемы. Он был прокаженным. И эта единственная проблема разрушила всю остальную жизнь. Так часто бывает, в нашей жизни появляется одна единственная проблема,
которая все оставшееся, что у вас есть, сводит на нет. Может быть, здесь есть человек один или несколько, у которых на поверхности все в порядке. Вы успешны. Вы богаты. У вас все в порядке. Но когда вы остаетесь наедине с собой ночью, вы плачете в подушку из-за одной единственной проблемы. Но я пришел, чтобы сказать вам сегодня, во имя, которое превыше всех других богов, этот позор будет снят с вас. Потому что Библия говорит, в Псалме 113, в 10 и 11 стихе. Псалом 113, 10-11. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет. Иногда у нас в жизни случаются вещи, из-за которых окружающие спрашивают, ну и где же твой Бог? Была одна женщина, у нее было четверо дочерей. Она была очень хорошей христианкой. Она благовествовала многим людям об Иисусе. И однажды кто-то спросил у нее, ты всегда говоришь, какой могущественный у тебя Бог. И почему ни одна из твоих дочерей не замужем? Где твой Бог? Она пришла ко мне в слезах. И мы воззвали к Богу. Младшей из дочерей было 29 лет. И ни однажды, никогда никакой мужчина не подходил к этим дочерям и не предлагал им руку и сердце. Итак, мы с ней помолились. Примерно такой молитвой, которой мы с вами помолимся через пару минут. И через один год все четверо были замужем. Я попрошу вас встать на ноги и сказать, Отец, все те, которые спрашивают меня, где же твой Бог? Яви им. Покажи им, где ты. Покажи им свое всемогущество. Покажи им, Господь. Всем, кто спрашивает у меня, где твой Бог, яви им свою силу, яви им свое величие, яви им свое могущество. Сними всякий позор с моей жизни. Show them, Lord, show them. Явись им, Господь. Show them. Покажи им себя, Господь. All those who are saying, where is my God? Всем тем, кто говорит, где же Бог твой? Almighty God. Боже всемогущий. Show them that you are in heaven. Покажи им, что ты на небесах. Show them that you are the Almighty. Покажи, что ты всемогущий. Покажи, что ты никогда не подводишь. Покажи, что ты способен снять мое поношение. Покажи им, Господь. Покажи им, мой папа. Show them that you are the Almighty. Покажи им, что ты всемогущий. Show them you can do anything. Покажи, что ты можешь сделать все, что угодно. Покажи им, папочка. Show them. Show them.
Покажи. В могущественное имя Иисуса мы молились. И да будет так во имя Иисуса. Пожалуйста, садитесь. Пункт номер три. Третье, что может сделать поздний дождь, что мы увидели в жизни Елисея, это описывается в 4 книге Царств, 4 главе, с 1 по 7 стих. 4 Царств, 4, 1-7. Там рассказывается об одной вдове. Она была женой сына пророческого. У нее были дети, но она глубоко погрязла в долгах. И однажды Елисей сказал: «Как мне тебя отблагодарить?» If we don't pay, okay, om vi inte betalar, within 24 hours, inom 24 timmar, we will sell your two sons. Она говорит, ко мне приходят те, кто отдал долг, и говорят, если ты не выплатишь, то через день мы заберем обоих твоих детей в рабы себе. Что мне делать? И человек Божий сказал ей, дал ей определенные инструкции, как поступить, она послушалась его, и через 24 часа все долги были выплачены, и ей осталось достаточно средств, чтобы прожить до конца жизни с детьми. Итак, третье, что может сделать поздний дождь, он может разрушить бедность твоей жизни навеки. Бедность — это ужасная вещь. Вы, люди, живущие в Европе, вы даже не представляете, что такое бедность. Когда я вижу, чем вы кормите своих собак, я понимаю, что вы не знаете, что такое бедность. Но, возможно, есть среди вас люди, которые глубоко погрязли в долгах. Ваши кредитные карты давно просрочены. И только Бог может вытащить вас. И Он обязательно спасет вас. Все, что Библия говорит о бедности, это плохо. Притча 22:7. Здесь говорится, богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Притчи 10:15. Здесь говорится, беда для бедных — скудость их. Беда для бедных — скудость их. Другими словами, бедность разрушает жизнь. Притчи 14:20. Там сказано, бедный ненавидим бывает даже близким своим. Неважно, как ты относишься к людям, но тот факт, что ты бедный и нищий, вынуждает людей ненавидеть тебя.
А в книге Екклесиаста 10:19. Стих 19. Om det är en enda som du kan om rikedom. Says money answereth all things. Здесь говорится, что за все отвечает серебро. Somebody says. Någon säger. When a rich man is speaking. Некто сказал, когда говорит богатый, никто не обращает внимания на грамматику. Никто не обращает внимания на его грамматические ошибки, если это богатый человек. Бедность — это очень плохо. И у Бога Всемогущего есть сила положить конец бедности в вашей жизни раз и навсегда. Могу рассказать вам несколько историй, но, пожалуй, расскажу только одну. Возможно, кто-то из вас уже слышал ее. Она об одном молодом человеке, который обратился в христианство. Он был выходцем из одной из арабских стран. Он приехал в Соединенное Королевство, потому что его на родине преследовали за веру. У него не было нужных для работы документов. Он не мог получить хорошую, достойную работу. Но он нашел работу в одном ресторане. Однажды в Лондон приехал очень богатый араб. Он хотел покупать там недвижимость. Но он очень плохо разговаривал на английском. Итак, он видел хороший дом. Он приходил, разговаривал с хозяином и говорил: «Дом, я, купить!» И хозяин говорил: «Что за глупый человек, убирайся отсюда!» Итак, он некоторое время ходил по городу, очень устал, проголодался. И вдруг увидел вывеску ресторана. Он зашел туда, сел за стол и стал жаловаться сам себе на арабском языке. Какие глупые люди! Называл англичан глупыми. Я хочу купить у них дом, они не продают. Он разговаривал сам с собой на арабском языке. И наш молодой человек подошел, чтобы обслужить его. И он услышал, как тот жалуется. И молодой человек обратился к нему тоже на арабском языке. «В чем ваша проблема?» «О, ты говоришь на моем языке?» Молодой человек сказал: «Да». «А на английском ты тоже говоришь?» «Да». «Пожалуйста, мог бы ты помочь мне перевести? Я хочу купить некоторые дома. Мог бы ты поработать на меня 2 дня?» Парень говорит: «Я не могу. Я не хочу потерять работу». Но тот богатый араб сказал: «Я заплачу тебе». Парень спросил: «Сколько?» Араб сказал: «Миллион фунтов за день». Парень сказал: «Подождите минутку, не уходите». Он пошел к владельцу ресторана. Сказал: «До свидания». Хозяин сказал: «Если ты сейчас уйдешь, я тебя обратно не приму».
Парень ему ответил: «Я никогда к вам не вернусь». Встаньте на ноги. Возвысьте голоса к всемогущему Богу. И скажите: «Отец, дай мне сегодня прорыв, который разрушит бедность в моей жизни навсегда». Поговорите с Богом всемогущим. Даруй мне, Господь, тот прорыв, который разрушит бедность в моей жизни. О, Бог всемогущий, пожалуйста, даруй мне сегодня этот прорыв. Мне нужен всего лишь один прорыв, который навсегда уничтожит бедность в моей жизни. Господь, подари мне его сегодня. Дай мне его сегодня. Дай его мне сегодня. Тот самый прорыв, тот один и единственный прорыв, который положит конец бедности в моей жизни навсегда. Даруй мне его сегодня. Даруй его мне сегодня. Даруй его мне. Give it to me tonight. Даруй его Almighty мне. God, that special breakthrough. Тот самый особенный прорыв, который положит конец бедности в моей жизни навсегда. Даруй его мне сегодня, пожалуйста. Дай его мне сегодня. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. В могущественное имя Иисуса мы молились. И да будет так во имя Иисуса. Пожалуйста, садитесь. Номер 4. And I like this one very much. И мне очень нравится этот пункт. Мы можем прочитать об этом в 4 книге Царств, 4 главе, с 8 по 17 стих. Спасибо тебе, Отец. Господь говорит, что исцеление началось. И прежде чем мы уйдем отсюда, многие из вас о нем засвидетельствуют. Спасибо тебе, Господь. Папа говорит, что здесь есть кто-то, и он хочет сказать вам: ваши насмешники скоро покорятся Иисусу. 4 Царство, 4:8-17, рассказывает нам историю женщины. Библия называет ее великой женщиной. Однажды она увидела, как мимо проходит Елисей. И она настояла, чтобы Елисей пришел к ней в гости и покушал. Она много раз его приглашала. И в конце концов она надстроила свой дом для пророка Божьего. Пригласила его там переночевать. И однажды Елисей спросил: «А что я могу сделать для тебя?» Она говорит: «У меня все есть. Я богата. Я влиятельна. У меня все в порядке». Но позже человек Божий узнал, что она бесплодна. У нее не было детей. И пророк Божий провозгласил: «Через 9 месяцев у тебя будет сын». И ровно 9 месяцев спустя ребенок родился. Четвертое, что может сделать поздний дождь,
превратить великих людей в еще более великих. Кто-то из вас уже велик. Поздравляю вас. Но благодаря позднему дождю, который сойдет на нас с вами сегодня, вы станете еще более великими. Величие может быть разного уровня. Библия говорит, что Авраам был велик. Бытие 24-35. Но сын его Исаак был весьма богат. Бытие 26, 12-14. Но сын Исаака Иаков был богаче их всех. Богатый, весьма богатый и чрезмерно богатый. Величие может быть на разных уровнях. Расскажу вам одну историю, чтобы вы поняли, о чем я говорю. В одной богатом районе Лагоса в Нигерии собирались великие представители города, и однажды они пригласили меня послужить им. Там не было простых людей. Ты должен был обладать неким положением и состоянием, чтобы быть приглашенным в этот клуб. Однажды я пришел, служил им. Когда я закончил, один молодой человек подошел ко мне и сказал: «Я был так благословлен вашим служением. Хочу подарить вам подарок небольшой». Он достал из кошелька и дал мне 10 тысяч долларов. Вот вы можете представить, какие люди присутствовали на том собрании. Я взял деньги, благословил их, и я помолился за него. И я сказал: «В следующий раз будет еще больше». Он расстроился. Подумал: какой жадный пастор. Я ему дал 10 тысяч долларов, ему кажется, это мало. Он не понял смысл моей молитвы. В тот момент этот молодой юноша владел 11 бензозаправками. В принципе, если ты владеешь одной, ты уже считаешь себя богатым человеком. У него их было 11. Но к следующему году, когда мы снова встретились на том же месте, количество его заправок выросло с 11 до 110. So he came and gave me another gift. Он подошел и снова сделал мне подарок. And I prayed for him. И я помолился за него. Next time will be more. Такой же молитвой. Следующий раз будет больше. When he returned the year after that, когда он вернулся ко мне год спустя, he now got a petrol depot of his own. У него была собственная нефтевышка. His petrol had gone international. И заправки его стали появляться в других странах. Его бизнес стал международным. Только в Соединенном Королевстве у него было 12 заправок.
12 stationer. He already had an airline. Кроме того, у него появилась авиалиния собственная. Flygbolag. And he brought me another gift. И он снова принес мне подарок. I know you want to know how much. Я понимаю, вы хотите знать, сколько он мне подарил. But I won't tell you, it's none of your business. Но я скажу, это не ваше дело. But I'm just trying to explain to you that the great. Я просто пытаюсь объяснить вам, что даже великий человек может стать еще более великим. Попрошу вас встать на ноги. Cry to the Almighty God. Воззовите к Богу всемогущему. And say, Father. И скажите, Отец. The height I never thought I could reach. Возведи меня на высоты, о которых я даже никогда не мечтал. Go ahead, talk to the Almighty. Поговорите с Богом всемогущим. I know you can make me greater. Я знаю, что ты можешь сделать меня великим. The height I never thought I could reach. Возведи меня на те высоты, о которых я никогда не мечтал. И даже выше. Возведи меня выше, чем я могу себе представить. Возведи меня гораздо-гораздо выше, чем мое сегодняшнее положение. Сделай меня гораздо более великим и влиятельным. Much greater than I am now. Сделай меня гораздо более великим. I know you can make the great greater. Я знаю, что ты можешь сделать великого еще более великим. Make me much greater than I am. И сделай меня гораздо более великим, чем я есть сегодня. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. In Jesus' mighty name we have prayed. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Please be seated. You are doing Пожалуйста, садитесь. Вы прекрасно справляетесь. Мы продолжаем, переходим к пункту номер 5. Когда Елисей сказал той вдове, через 9 месяцев у тебя будет сын. Она не поверила ему. Она сказала, человек Божий, не обманывай меня. И здесь мы обнаруживаем пятое, на что способен поздний дождь. Когда поздний дождь Когда поздний дождь захотел вознаградить гостеприимство, он смог преодолеть даже сомнения. Библия говорит, в 4 местах, как минимум, праведный верою жив будет. And God is not a talkative. Бог ведь не болтливый. Bible says God has spoken once. Библия говорит, Бог сказал однажды. Twice have I heard this. Дважды слышал я. The power belongs to God. Что сила у Бога. God does not have to repeat himself. Бог не часто повторяет свои слова. All he has to say is, let there be light, and there be light. Он сказал, да будет свет, и свет появился. Но когда Бог повторяет свое слово дважды, значит, все очень серьезно. Когда Иисус говорил, истинно, истинно говорю вам, Он хочет обратить наше внимание. Когда Бог повторяет свое слово трижды, это значит, ситуация критичная. Like when he spoke to Joshua. Например, когда он обратился к Иисусу Навину и сказал, будь тверд и мужествен. Он повторил эти слова трижды. И в третьем повторе уже слышался гнев в его голосе. Но 4 раза Бог повторил
фразу «Праведный верующий будет». Я могу дать вам ссылки на эти места Писания. Аввакум 2.4. Аввакум 2.4. Римлянам 1.17. Галатам 3.11. И Евреям 10.38. Четыре раза Бог сказал, праведный верою жив будет. В книге пророка Исаии 43.13. Господь сказал, «Я сделаю, кто отменит это?» Псалом 32.8. Говорит, да боится Господа вся земля, потому что Он произнес и произошло. Вы должны знать кое-что о позднем дожде. Если человек действует в помазании позднего дождя и произносит слово, это закон или постановление. И я провозглашаю сегодня, что у вас все будет хорошо. Я приведу вам еще один пример перед молитвой. Несколько лет назад я был в одном городе в Нигерии, и пастор привел очень уважаемого человека, чтобы меня принять в аэропорт. Пастор попросил одного очень богатого человека встретить меня в аэропорту и отвезти до места служения. Это был очень богатый мужчина. Я увидел кольцо на его пальце и подумал, если бы я продавался, он мог бы купить меня одним этим кольцом. Он был очень богатым человеком, но решил почтить меня и отвез меня до места, где я остановился на ночь. И когда я выходил из его машины, когда уже прощался с ним в конце моего визита, мне хотелось подарить ему какой-то подарок. Но я не знал, что дать человеку, у которого есть все. Я взял маленькую сумму денег и сказал, передай это своему ребенку. Это же маленькая сумма, но ты не откажешься взять ее для своего ребенка. Когда он взял деньги, он много раз говорил «Аминь, аминь», и я понял, что что-то здесь особенное происходит. Я же сказал, это деньги не для тебя, а для ребенка. И потом я спросил у пастора, в чем проблема? И пастор сказал, у него нет детей. И я сказал, теперь есть. И когда я вернулся в этот город год спустя, меня встретил тот же самый мужчина в аэропорту. Он вышел из машины, нес подарок и сказал, «Сэр, в прошлом году вы провозгласили, что это подарок для моего первого сына».
I want you to stand on your feet. И этот сын родился у меня. Встаньте, пожалуйста, и скажите. Отец, пошли слово о моем чуде сегодня. Поговорите с Богом Всемогущим. Провозгласи мое чудо. Постанови мое чудо. If it is healing you want, Father, decree my healing tonight. Если вы просите об исцелении, Отец, провозгласи мое исцеление. Пошли слово Твое о моем успехе, о продвижении. Пошли слово о том чуде, которое мне сегодня нужно. О Бог всемогущий, провозгласи мое чудо. Постанови мое чудо. Almighty God, decree. Бог всемогущий, провозгласи мое чудо. Сегодня. Decree my miracle tonight. Пошли слово для моего чуда сегодня. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. In Jesus' mighty name we have prayed. Во имя Иисуса Христа мы молились. So shall it be. Да будет так. In Jesus' mighty name. Могущественное имя Иисуса. Please be seated. Пожалуйста, садитесь. Number six. Номер шесть. Oh, thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. My God has decreed somebody's miracle. Мой Бог провозглашает чудо для кого-то. Господь говорит, что есть здесь человек, которому я хочу сказать, двери, в которые тебе нужно войти, скоро откроются. Спасибо тебе, Отец. Господь говорит, что здесь есть человек, которому Бог говорит, твои дни ползания закончились. Номер шесть. Мы найдем эту мысль в 4 книге Царств, 6 главе, с 1 по 7 стих. 4 Царств 6, 1, 7. The sons of the prophets came to Elijah. Сыны пророков пришли к Елисею. The sons of the prophets, the young prophets came to Elijah. Юные пророки пришли к Елисею. Sir, where we are staying is too tight. И сказали: Господин, там, где мы живем с тобой рядом, слишком тесно для нас это место. А в 8 главе Римлянам говорится, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон смерти говорит, если тело умерло, оно скоро начнет разлагаться. Но закон Духа жизни говорит, что Бог может обратить необратимое. Например, в Евангелии от Иоанна, 11 главе, стихах 39 по 44. Иоанна 11, 39, 44. Тело Лазаря, которое уже гнило и разлагалось, вновь восстановилось. Бог обратил время вспять и восстановил невосстановимое. Поэтому не важно, что вам сказали врачи. Если они говорят, что у вас нет надежды, у меня есть для вас хорошая новость. Христос — это надежда для потерявших надежду. Я вам просто расскажу историю, и потом вы молитесь.
Расскажу вам еще одну историю, и мы скоро уже будем заканчивать. Вы очень хорошо молитесь для европейцев. Я даже не думал, что вы так много можете молиться. Если бы мы были в Нигерии, я бы сказал, что мы только с вами разогреваемся. Одна женщина свидетельствовала в Канаде. Она была бесплодна. Врачи обследовали ее и сказали, у тебя нет шансов родить ребенка, потому что у нее не было матки, не было яичников, не было фаллопиевых труб. У нее вообще отсутствовала вся женская репродуктивная система. Однажды мы собрались на служение, подобное этому. Она была в тот вечер. И когда служение закончилось, некоторые люди пытались прикоснуться к тому креслу, в котором я сидел. Она прошла мимо моего кресла. У нее не было мысли к нему касаться. Она подошла к креслу, в котором сидела моя жена. Встала на колени перед ним. И сказала Богу. Врачи говорят, у меня нет матки. У меня нет репродуктивных органов. Но та женщина, которая здесь только что сидела, у нее они есть, а ей они больше не нужны. Передай их мне. И Бог ответил на эту молитву. Когда она свидетельствовала нам об этом, у нее уже было двое детей. Я попрошу вас встать на ноги и сказать, «Отец, восстанови в моей жизни все, что кажется невосстановимым. Поговорите с Богом Всемогущим». Верни мне упущенные возможности. Все, что кажется мне необратимым в моей жизни, восстанови это сегодня. Восстанови это сегодня. Восстанови сегодня. Восстанови сегодня. Все, что кажется мне необратимым, восстанови это сегодня. О Бог Всемогущий, верни все утраченное. Каждую возможность, которую я упустил, верни ее мне как можно быстрее. Верни ее мне. Bring them back quickly, O Lord. Bring them back. Верни их мне как можно быстрее, Господь мой. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. In Jesus' mighty name we have prayed. Во имя Иисуса Христа мы молились. So shall it be. И да будет так. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Please be seated. Пожалуйста, садитесь. Мы подошли к последнему пункту. Седьмое, что поздний дождь может сделать для вас. Мне очень нравится эта мысль. Мы находим ее в 7 главе 4 книги Царств. Спасибо тебе, Отец. Occasionally God says something that I like so much I want to say amen before I tell you. Иногда Бог говорит
такие слова, которые мне самому нравятся настолько, что я хочу сказать аминь. Господь говорит, что здесь есть человек. Те, кто могут вам помочь, они вспомнят о вас. Здесь есть человек, чья семья стремительно беднела. Бог просит сказать вам, ветер изменился. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. Daddy says I should tell someone. Папа говорит, что я должен сказать кому-то. He said, when I led Peter out of prison. Когда я вызволил из темницы Петра, то ни стражи, ни двери не смогли меня остановить. Он говорит, я выведу тебя из темницы сегодня. Я хочу завершать, но Господь продолжает говорить. И на это я тоже хочу сказать аминь. Мой папа говорит, Давид was not elected. Давида не выбирали посредством всенародного голосования, чтобы он стал царем. Но я сам избрал его. Отец говорит, что здесь есть те люди, которых я решил избрать для величия. Nobody can stop that. И никто не сможет остановить это. Итак, 4 Царств, 7 глава, с 1 по 12 стих. Эта история началась еще в предыдущей главе, в 6 главе 4 книги Царств, 24 по 29 стих. 4 Царств 6:24-29. Город был под осадой. Люди голодали до такой степени, что даже начали поедать своих детей. И тогда в этот город вошел Елисей. И за один день, за одни сутки, осада была снята. Поздний дождь может снять осаду с вашей жизни. Что такое осада? Осада — это постепенное уничтожение человека. Начинается с нищеты, потом появляются болезни, смерть, и в конце концов ничего не остается. Евангелие от Иоанна, 10 главе, 10 стихе, Иоанна 10:10. Библия говорит, что враг приходит только чтобы украсть, убить и погубить. Но слава Богу, это не конец истории. Иисус говорит, но я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Почему враг осаждает жизнь человека? В чем бы ни была причина, но у Бога Всемогущего есть власть снять эту осаду. Я расскажу вам последнюю историю, и мы закончим. Поссорились двое мужчин. Один из них был погружен в оккультизм.
he was in league with Satan. Он был просто в завете с самим сатаной. So he has evil charms. У него были в распоряжении злые силы. И он сказал своему оппоненту, с которым поссорился: когда я закончу с тобой, никто даже не вспомнит, что ты жил когда-либо на свете. Человек не воспринял эти слова всерьез. Но через две недели он умер. Когда дети съехались домой, чтобы похоронить отца, первый старший сын учился на инженера, он только приехал из Германии. Приехал домой на новой машине, похоронил отца. Возвращаясь назад на работу, он попал в автомобильную аварию и умер. Его привезли домой. Когда мама увидела своего старшего сына мертвым, она упала без чувств и умерла на месте. Остальные дети съехались снова домой, чтобы похоронить старшего брата и мать. И по пути назад старшая дочь попала в аварию и умерла. Видите, как работает осада? Она уничтожает одного за другим. Так продолжалось до тех пор, пока не остался один единственный сын. Он учился на медицинском факультете в университете Ибада. И тот человек, который проклял эту семью, сказал: прежде чем убить этого последнего сына, я его помучу. Парень сошел с ума. Он потерял рассудок, он часто лежал в психбольницах. До тех пор, пока кто-то не сказал ему: это не медицинская проблема, это духовная проблема. И его привезли к нам в лагерь искупления. В тот момент, когда его привезли, он не спал 14 дней подряд. Его глаза были красными, отекшими. Мы проповедовали ему Христа. Он отдал свою жизнь Иисусу. И осада была снята. He finally became a medical doctor. Он абсолютно выздоровел и стал врачом. I don't know the source of the problem of one or two of you. Я не знаю источник проблем в жизни кого-то из вас. But there is a God here tonight. Но здесь, на этом месте, присутствует Бог, который силен снять осаду. Поэтому я попрошу вас помолиться последней молитвой. Встаньте, пожалуйста, на ноги. И скажите: Господь, сними любую осаду, которую враг возвел против моей семьи. Продолжайте разговаривать с Богом. Господь, любая осада, которая была наложена на мою семью, пожалуйста, сними ее. Сними осаду с наших жизней. Сними эту осаду во имя Иисуса. Сними всякую осаду. Всякую осаду, которую враг возвел против моей семьи.
erected against my family. Varje belägring som fienden har lyft emot min familj. Please, пожалуйста, Господь, сними всякую осаду. Lift the siege. Сними осаду. Almighty God, lift. О Бог всемогущий, сними осаду. Сегодня вечером. Lift the siege tonight. Сними осаду прямо сегодня. Lift the siege. Сними всякую осаду с моей жизни. Whatever may be the nature of the siege, Lord. Каким бы ни был источник этой осады, откуда бы она ни взялась, ты просто сними ее и отмени. Во имя Иисуса. Lift the siege. Сними осаду. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. In Jesus' mighty name, we have prayed. Мы молились в могущественное имя Иисуса. So shall it be in Jesus' name. И да будет так во имя Иисуса. Please be seated. Пожалуйста, садитесь. Let me conclude. Позвольте мне завершить наше служение. The big question is. Самым главным вопросом. For whom will the rain fall tonight? Для кого сегодня сойдет поздний дождь? You see, God could visit a crowd. Господь, когда посещает большое количество народа, Он всегда обращается к каждому человеку по отдельности. Например, в Евангелии от Иоанна, 5 главе, мы видим пример этому. Со 2 по 9 стих. There was a multitude by a pool called Bethesda. У купальни под названием Вифезда собралось огромное количество народа. Jesus healed only one man. Но Иисус исцелил только одного человека, а всех остальных прошел мимо. You can say, how can Jesus do that? Well, ask him when you see him. Можете сказать, почему Иисус так делает? Ну, спросите у него сами, когда увидите. The Bible says our God is in the heavens. Библия говорит, Бог на небесах и творит все, что Он хочет. Делает все, что Он захочет. Поэтому если Бог обратится только к одному человеку из нас с вами сегодня, то на основании чего он выбирает вот этот человек? Один из критериев — это то, что он обращается к тому, кто затем будет свидетельствовать о нем. Но еще говорится о том, что Бог придет на того, кто ищет его. The book of Hosea, chapter 10, verse 12. Книга пророка Осии, 10:12. Hosea 10:12. Осия 10:12. If you seek the Lord, He will rain. Там написано, если вы взыщете Господа, то Он придет дождем. Not just somebody who will want to treat God as a casual friend. Это не такой человек, который относится к Богу как к обычному другу, но к тому, кто ищет Его усердно. Библия говорит, что Бог вознаграждает тех, кто прилежно ищет Его. Исайя 55, стихи 6 и 7. Исайя 55:6-7 гласит: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко».
Возможно, он не всегда будет так близок к вам. Но вы должны воспользоваться возможностью искать его. Но если вы хотите искать его, вы должны оставить свои нечестивые пути. Нельзя искать его и в это же время продолжать грешить. Он милостивый Бог. Он любящий Бог. Он добрый Бог. Но он также святой Бог. И Слово Божье говорит, пойдут ли двое, не сговорившись. Вы хотите получить чудо от Бога? Он святой Бог. Он готов давать вам чудеса. Только если вы готовы оставить свои злые пути. Если вы хотите продолжать просить его о чуде, но жить по-своему, значит, вам нужно не чудо, вам нужна магия. Бог не дает вам магию. Магию дает дьявол, но вы должны расплатиться за это своей душой. А Иисус готов и желает подарить вам все, в чем вы нуждаетесь. Если только вы готовы отложить все свои злые пути. Поэтому Он сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. And I will give you rest. Я успокою вас. Но возьмите на меня на себя с мое бремя и научитесь от меня. Другими словами, он говорит, если вы хотите, чтобы я ответил вам на все просьбы, дал все, о чем вы мечтаете, вы должны быть готовы подчиниться моему руководству. И поздний дождь сойдет на тех, кто полностью подчинил своей жизни Иисусу Христу. Не на тех, кто просто посещает церковь, а тех, кто готов исполнить все, что говорит Иисус. Для кого Слово Иисуса будет законом. Того, кто будет готов подчиниться новому господину. И я знаю, что здесь есть такие люди. Но если вы захотите взыскать его и подчинить свою жизнь ему, если хотите сказать «прощай» своей жизни во грехе, мы дадим вам возможность сделать это сегодня. Я попрошу вас выйти и встать передо мной, чтобы я мог помолиться с вами о спасении ваших душ. Я буду считать от 1 до 10. Если вы действительно искренне хотите попрощаться с жизнью во грехе и сказать «Да» Иисусу, пожалуйста, выйдите и встаньте передо мной до того, как я скажу 10. И я помолюсь за ваше спасение. Я начинаю считать 1. Два. Если вы идете с балкона, то, пожалуйста, поторопитесь. Три. The choice is yours. Выбор за вами. Хотите ли вы продолжать жить с сатаной? И иметь все свои печали, проблемы. Выбор за вами.
Но если вы хотите подчинить себя господству Иисуса, придите сейчас. Он дарует вам новое начало. 4. Библия говорит, кто во Христе, тот новое творение. Все старое прошло, и все стало новым. Придите, пускай этот вечер станет поворотным в вашей судьбе. 5. Спасибо тем, кто хлопает. Вы ободряете новых людей. 6. Выходите. 6. Позвольте людям приходить, не заграждайте проходы. Помогите им свободно выйти. Помогите им пройти. Если вы идете, поторопитесь. Я говорю 8. Бегите быстрее, а остальные, пожалуйста, хлопайте, ободряйте людей, выходите вперед. Спасибо тебе, Отец. Выходите, еще не поздно. Еще не поздно, выходите. 9. Это остался последний счет. Пожалуйста, поторопитесь, если хотите прийти. А те, кто уже вышел вперед, пожалуйста, поговорите с Иисусом. Скажите ему на своем языке: Господь, помилуй меня, спаси мою душу. И я буду служить тебе до конца своей жизни. Поговорите с Иисусом Христом. Попросите Его спасти вашу душу. Простите все ваши грехи. Пообещайте служить Ему с этого момента. А все остальные, пожалуйста, прострите руки и походатайствуйте за этих людей. Давайте будем просить, чтобы тот, кто спас наши души, спас и этих новых людей. Пусть Господь простит их грехи и дарует им совершенно новое начало. Помолитесь за них, братья и сестры. Еще одна минута осталась. Просите Бог, помилуй этих людей. Прости все их грехи. И даруй им совершенно новое начало. Ходатайствуйте за них еще полминуты. А если вы хотите отдать свою жизнь Иисусу, еще не поздно, пожалуйста, выходите. Можете все еще выходить. Если вы хотите сказать прощай жизни во грехе, вы можете еще выйти. И Господь спасет вашу душу. Спасибо тебе, Отец. Во имя Иисуса Христа мы молились. Отец, мы хотим поблагодарить тебя. Спасибо за Твое Слово. Спасибо за этих людей, которые вышли вперед, чтобы подчинить свои жизни Тебе. Пожалуйста, Отец, прими их сегодня во имя Иисуса. Прости их, спаси их души,
Write their names in the book of life. Запиши их имена в книге жизни. Please don't let them go back into the world of sin. Пожалуйста, не позволь им вернуться к жизни во грехе. From now on, anytime they call on you. И с этого момента, всякий раз, когда они будут взывать к Тебе, отвечай им своим огнем. Спасибо Тебе, Бог Всемогущий. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Слава Богу. Те, кто вышел вперед, воскликните «Аллилуйя!» I rejoice with you. Я радуюсь вместе с вами. And I want to promise you as a man of God. И я, как человек Божий, хочу пообещать вам, что с этого момента я буду молиться за вас. And so I'm going to need your names. Поэтому я попрошу вас оставить ваши имена, адреса и вашу молитвенную просьбу. And I promise you I'll be praying. А я обещаю за вас молиться. Very soon you'll be seeing the impact of my prayers. И очень скоро вы увидите влияние моих молитв. So the card they gave you. Поэтому вам сейчас раздали маленькие карточки. Пожалуйста, заполните их своей информацией. Follow this brother to your right. И последуйте за братом, который стоит справа. Who's lifting up a wide white cardboard. Который поднял большую белую папку. Он проводит вас в комнату, где пастора соберут информацию, которую я попросил. И затем вы вернетесь в зал. И мы дождемся вашего возвращения, чтобы завершить служение. Пожалуйста, идите в этом направлении. Brother, let us rejoice. Let's rejoice. А мы давайте возрадуемся. Let us rejoice. Давайте радоваться. Come on, clap for them. Похлопайте. Порадуйтесь тому, что rejoice. Сделал Господь. You can feel the form over there. Begin to go with us. Begin to go. Keep clapping, keep clapping, keep clapping. Продолжайте хлопать. Keep clapping. Ты спустился с небес, нам путь открыл. Ты вознесся на крест, наш долг заплатил. Со креста сошел во гроб, а из гроба в небеса. Господь, тебе моя хвала. Заплатил. Со креста сошел во гроб, а из гроба в небеса. Господь, тебе моя хвала. Ты спустился с небес, нам путь открыл. Ты вознесся на крест, наш долг заплатил. Со креста сошел во гроб, а
а из гроба в небеса. Господь, Тебе моя хвала. Велик наш Господь, и все познают, как велик наш Господь. Велик наш Господь. Пой со мной, велик наш Господь. Все познают, как велик наш Господь.